Вот она, кора. Вот такое гладкое дерево, совсем гладкое. Такое вот красивое. И вот его веточки. Вот они красивенькие, вот такие вот длинненькие иголочки. Вот, то есть это не елочка, это мягонькая пихта. Такая мягонькая, нежненькая, красивенькая пихточка. Вот, рядом уже вот и рябинка, и осина, у которой вечно трясутся листики, независимо от того, есть ветер, нет ветра. Ну, сейчас ветер есть, вот. У меня всегда листья шевелятся, очень интересное дерево. Вот. Тут у нас вот еще одна пихта. Мне так нравятся пихты. Вот, смотрите, разница. Вот она, елочка. Вот. А вот пихточка. Вот они две рядом. У пихты иголочки длиннее у елочки. И цвет у елочки, он не такой. Цвет более темно-зеленый, а вот это яркий зеленый. Пихта такая длинненькая, мягонькая. Очень же красивая пихта. И пахнет очень вкусно.